Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня у нас день рождения Виктора Семеновича Берковского. И мы каждый раз в этот день, каждый год поем его песни. Вот в этом году мы делаем это здесь. Но мы каждый год поем здесь песни в июле, но не каждый раз удается это делать прямо в день рождения непосредственно. Но все-таки начать нашу встречу мы хотели бы с другой песни, не с песни Виктора Берковского, а с песни, которую мы с Виктором Берковским часто пели после записи первого диска «Песен нашего века», в которую эта песня вошла. Это песня Юрия Алексеевича Кукина, которого мы вчера похоронили. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. За запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, кихты, песни и дожди. Полны, полно набиты, нет дорогу, чемоданы, память, грусть, невозвращенные летарги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Приходите, в воскресенье здесь будет концерт. Юрий Алексеевич должен был выступать, отмечать свой день рождения 17 числа. Но вот мы будем отмечать этот день рождения уже без него.